Привет всем! Меня зовут Елена Ермина, и вы на моем канале по вязанию. Сегодня я хочу с вами поговорить о пряже, покажу вам свою любимую пряжу, которую я постоянно заказываю, и вяжу из нее новые проекты, снимаю мастер-классы. В этом видео вы также найдете информацию по вязанию нового проекта. Мы начинаем вязать красивую блузку крючком на любой возраст, на любой размер. Название проекта Lime Light. И в этом видео я также вам порекомендую пряжу, которую необходимо присмотреться и заказать. Выбираете любую пряжу из списка, а сколько мотков вам заказать, всю эту информацию вы найдете на канале в закрытой группе. Всех желающих я приглашаю присоединиться к совместному вязанию. Сейчас мы выбираем пряжу, ее заказываем, у кого нет, и приступаем к вязанию. Присоединиться к вязанию и вступить в закрытую группу можно в любое время. В комментариях под этим видео напишите «Хочу связать Lime Light», и я вам обязательно отвечу, как получить попетельный подробный мастер-класс, разработанный мной специально для начинающих. Давайте приступим к обзору пряжи. Вот я на столе разложила свою любимую пряжу, из которой я вяжу летние проекты крючком и спицами. Начинающим вязальщицам, которые только-только учатся вязать крючком и спицами, рекомендую присмотреться к пряже Baby Cotton. Это 100% египетский хлопок в 50 граммах 180 метров. У этой пряжи богатая цветовая палитра, очень красивые, яркие, насыщенные есть цвета, есть нежные, пастельные. Ссылку на пряжу на интернет-магазин, а также свой промокод на скидку 5% я оставила вам в описании под видео и в комментариях. Данная пряжа Baby Cotton подходит для вязания летних вещей и демисезонных. Хорошо вяжется крючком и спицами. Узоры, связанные крючком, они более такие плотные, объемные. А спицами получаются легкие, изящные вещи. И она подходит для вязания любых видов узоров. И метраж пряжи здесь не очень толстый и не очень тоненький. Хорошо подойдет для начинающих эта пряжа, потому что вся остальная будет гораздо тоньше. Рекомендую также присмотреться к вам к пряже Fila Discozy номер 5. Ссылочку на пряжу я вам оставила. Это 100% мерсеризованный хлопок. Торговая марка ООО Кутнор. В 50 граммах 226 метров. Разные также есть цвета. Пряжа отличного качества и подходит для вязания только крючком. Если вы будете вязать спицами, ну, мне кажется, она для спиц не подходит. Это идеальная пряжа для вязания крючком летних вещей. Расцветки есть разные. Вот у меня в наличии только два цвета. Белый и цвет морской волны. Может быть, даже изумруд. Такой вот камера передает цвет правильно. Также я рекомендую вам выбрать эту пряжу, если вы будете вязать с нами блузку Lime Light. Она, вот эта пряжа, хорошо подходит для вязания данной модели блузки. И самая-самая любимая пряжа для крючка, которую я постоянно заказываю. Она у меня есть в наличии, многие цвета, которые мне нравятся. Вот я некоторые цвета хочу вам показать. Это не все, которые у меня есть. Заказываю обычно 300-400 грамм на блузку. Вот. Тоже цвета есть нежные, яркие, на любой вкус. 100% мерсеризованный хлопок, торговая марка Siam, это итальянская пряжа. Вяжу ее крючком номер 2, можно вязать крючком 1,75, либо 1,5. Эта пряжа, конечно, тоненькая, в 100 граммах 530 метров, но для меня это идеальный метраж для того, чтобы вязать летние блузки, топы, майки, кофточки, платья крючком. Для спиц она, на мой взгляд, не подходит, так как тонкая. Но, может быть, кто-то из вас и любит вязать спицами из тонкой пряжи. Но, по крайней мере, я не пробовала и пробовать не буду, потому что для спиц я выбираю пряжу Baby Cotton. Это вот мой самый лучший выбор для летних вещей. Пряжа Анна 16 также идеально подходит для вязания блузки Lime Light. Информацию по расходу пряжи увидите в закрытой группе, где будет проходить мастер-класс.
И самую интересную информацию оставила для вас напоследок. Хочу вам показать. Для себя открытие сделала. Вяжу теперь летние вещи для очень жаркого лета из пряжи Сапфир Люкс от Сиам. Передо мной на столе 6 расцветок пряжи. Так, то есть 7. Сейчас я вам покажу еще один цвет. Вот эта пряжа, она очень интересная в вязании, но хочу отметить, что подойдет она для вязания не для всех. Вязать из нее не так-то просто. Если вы плохо владеете крючком и только учитесь вязать, тогда я вам ее не рекомендую, потому что здесь должен быть большой опыт в вязании. Вы должны хорошо владеть крючком, держать его смело, уверенно, потому что пряжа очень скользкая. Видите, она очень блестящая, при вязании скользит, может не слушаться вас. Но изделия получаются изумительной красоты. Вот я связала образец узора, просто вязала узор, но показалось он мне очень ажурным, дырчатым, и я не стала продолжать вязать. Хотела связать летний топ, футболку, тунику, но видите, он какой, слишком ажурный. В то же время после стирки образец я постирала, полотно получается пластичное, хорошо драпируется, держит форму, очень приятное по тактильным ощущениям. Я влюбилась в эту пряжу, и теперь я ее очень часто заказываю, практически в каждом своем заказе. Но на что обратила внимание, что расход пряжи большой. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы и метраж в одном мотке большой, но приходится заказывать в большом количестве. Вот, например, я на свой размер 44-46, на, например, блузку либо футболку свободного прилегания заказываю 4 мотка. Даже здесь, вот когда я начала вязать блузку Limelight, мне не хватает 4 мотка. Пришлось мне заказать 5-й моток для того, чтобы хватило на рукава. Расход у нее большой. Вот не знаю, с чем это связано. Хотя вот давайте посмотрим характеристики пряжи. В одной катушке. Катушка на пластиковой втулке. Внутри указан номер цвета. 500 метров. Вес одного мотка 100 граммов. Это пряжа 100% вискоза. Вот так вот, видите, моток смотрится внешне, что вот очень у него такой активный блеск, очень шелковистый на вид, да, пряжа выглядит. Но после стирки, я вот это полотно, вязаный образец не отпаривала, после стирки получается блеск исчезает, и узор более такой матовый получается, видите. Здесь такой яркий блеск, прям очень красивый. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы оставался вот этот блеск. Была такая вот особенность красивой пряжи, но видите, после стирки его нет. Видимо, пряжа, она обработана и сложно вяжется, конечно. Давайте по цветам сразу же пройдемся с вами. Может быть, кому-то информация эта будет нужна, и вы будете заказывать, и посмотрите, как в действительности смотрятся цвета, потому что некоторые цвета невозможно передать камеры, либо там в некоторых магазинах фотошопят карту цветов и мотков. Получается так, что выбираешь один цвет, а в итоге получаешь другой цвет. У меня много раз такое было. Синий 28-15. Серый, стальной тоже красивый очень цвет. Очень мне нравится. Обязательно что-нибудь из него свяжу. И будем вязать вместе. 969. Настолько все красивые цвета, что я захотела со временем заказать все цвета. 2734. Вот этот цвет изумрудный. Тоже вообще очень красивый. 606. Номер цвета
И вот еще у меня есть такой темно-фиолетовый. Так, сейчас найдем цвет. 29-29. А блузку Lime Light я вяжу из пряжи также Sapphire Luxe. Всего у меня на размер. Здесь она у меня свободного будет прилегания. Я заказала 5 мотков. В общем, расход будет 5 мотков. Цвет 206. Вот такой вот он красивый, яркий, насыщенный. Видите, какое полотно узор получается. После стирки я стирала образец. К сожалению, его показать вам не могу. Я его распустила, потому что мне не хватает, катастрофически не хватает пряжи. 2 мотка уходит наперед, 2 мотка на спинку. И получается, один моток у меня на рукава рассчитан. Там уже длина рукава будет такая, насколько хватит пряжи. И после вот в ТО, вернее, после стирки, вот так вот смотрится. Здесь, конечно, разные виды узоров, но здесь этот узор очень простой, легкий. По сравнению с этим не просвечивает. Видите, здесь какая дырчатость, ажурность. После стирки полотно, видите, какое мягкое, нежное. И то, что мне нравится, оно не мнется. А здесь до стирки более такое плотное, грубое. Но когда я постираю, будет такая же шелковистость. И хорошо будет струиться по фигуре. Из-за этого я вяжу блузку немножко оверсайз, на чуть-чуть не мой размер, для того, чтобы оно красиво облегало фигуру. А не как бы не в облипку было. У меня здесь обхват по груди. Уже готовое изделие 100 сантиметров. А ношу я размер 44-46. Свободное прилегание. Но здесь у меня, значит, по телу будет свобода, а по плечам будет уже в соответствии с моим размером. Все рассчитано, девочки, все рассчитано, просчитано. И также буду учить вас, как правильно сделать расчеты и как выйти на свой размер для того, чтобы связать вот такую красоту. Если у вас появилось желание присоединиться к нам, обязательно присоединяйтесь. Это совместное вязание. Я буду вязать вместе с вами. Все вам показывать наглядно, подробно, объяснять, как вяжется. Интересная модель. Это будет авторский мастер-класс, который будет проходить в закрытой группе. Подобных авторских мастер-классов их нет в открытом доступе ни на Дзене, ни на Ютубе. Эксклюзив. Вяжем, девочки, эксклюзив. В общем, в комментариях под этим видео пишите: хочу связать блузку Lime Light. И сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов по вязанию крючком и спицами. И выбираете любую модель, пишите в комментариях, что хотите связать. Все эти мастер-классы, они уже записаны, готовы, вяжете в записи и можете присоединиться к вязанию в любой момент, в любое время. Вяжете в закрытых группах без ограничения, там в любой, то есть хоть с утра до вечера вяжете и вяжете, и наслаждаетесь процессом вязания. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете две ссылки, где проходят попетельные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «хочу связать», далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье, название проекта «Крокус». «Крокус» вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер. От 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин. На любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3 четверти или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный.
Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный. Состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку, название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно. Можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать? Пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать «Белоснежку». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с сточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет «Незабудка», либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео. Хочу связать незабудку. Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать васильковое поле. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком,
Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия – топ, тунику, кофточку. Название проекта – «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель, пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео-мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем, может связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо, крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания, мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса – видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите. Хочу связать карамельку. И я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, попетельные, наглядные, для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать». И далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.